В 2021 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана увеличил объем своих активов до 45 миллиардов долларов, что стало наивысшим показателем за 23-летний период функционирования СОФАЗ. Об этом в интервью CBC заявил директор департамента по управлению рисками Госнефтефонда Вадим Пшеничный. Рост цен на энергетическом рынке в прошлом году позволил Госнефтефонду также нарастить объем трансферов в госбюджет страны. В целом 2021 год можно назвать благоприятным для фонда, и наблюдался рост цен нефти, и средняя цена прибыльной нефти установилась на отметке $65.40 против запланированных в бюджете $40. При этом бюджетные расходы фонда составили около 11 миллиардов 400 миллионов манат, а доходы от нефти 12 миллиардов 700 миллионов манат, что на 1,3 миллиарда больше. С учетом же прибыли от инвестиционной деятельности, в общем активы фонда выросли на 2,5 миллиарда манат. В период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, СОФАЗ применил ряд механизмов по стабилизации макроэкономической и финансовой стабильности в стране. Госнефтефонд в сотрудничестве с Центральным банком страны осуществил 98 аукционов по конвертации иностранной валюты в национальную. Эти меры также позволили нарастить объем отчислений в госбюджет страны. За прошлый год состоялось 98 таких аукционов с участием фонда, на которых было сконвертировано около 6 миллиардов 700 миллионов долларов взамен за почти 11 миллиардов 400 миллионов манат, с помощью которых и были как раз-таки реализованы трансферты в госбюджет страны. Основной объем финансовых средств Госнефтефонда сегодня формируется от реализации прибыльной нефти и газа, транзитных сборов, доходов по акровых платежей и от инвестиционной деятельности. В 2021 году инвестиционный портфель Госнефтефонда с учетом внешних рисков и реалий был сформирован следующим образом. 62% финансовых средств были вложены в облигации или инструменты с фиксированной доходностью, 19% вложено в акции, причем как котируемые, так и частного капиталовложения, 6% в недвижимость и 13% в золото. Фатбайрам Фирузрагимов Мехерем Мехеремов, CBC.